Ожесточенные столкновения и массовые аресты в США, в штате Миннесота. Сотни демонстрантов, выступающих против произвола полиции, перекрыли шоссе. Стражи правопорядка, которые попытались разблокировать трассу, полетели камни, петарды и бутылки с зажигательной смесью. Пострадали около 30 полицейских. Именно в Миннесоте на прошлой неделе патрульный застрелил темнокожего водителя на глазах его девушки и ребенка. Акции протеста с тех пор не прекращаются по всей стране. Только за ночь арестованы 200 человек. На этом фоне появляются новые подробности о стрелке из Далласа, убившем 5 офицеров. Следствие полагает, что он готовил куда более масштабное нападение. В его доме нашли несколько винтовок, сотни патронов и материалы для изготовления взрывных устройств. Перед смертью Мика Джонсон оставил на стене послание кровью, буквы R, B и другие символы. Криминалисты пока не могут расшифровать их значение.